Видимо, этому парню очень повезло, потому что он включил стрим. И это попало в интернет. Вау! Я сказал! Я неосознанно это вообще сказал. Один раз. А здесь что? Ух ты. Сам всех подорвал вроде. Ну вот, шанс один на миллион, чтобы так сделать. Было такое в гонке, только я врезался сразу же. А тут мне просто повезло. Эпичные моменты, которые я когда-либо видел. Сейчас еще попадет, да? Неудивительно. Попал все-таки. Только это в запись не попал. Хотел сказать. Парень сказал. Как-то физика сыграла, говорит, опять, что он не упал вот так вот. Ну, умудряются же люди записывать это все дело. Ёлки-палки. А здесь что? Здесь я не понял, что было. Видимо, он просто не попал сблизи водителя. Просто нужно попасть в то время, в то место. Правда. Обстоятельства должны так сойтись. Это никак не зависит от тебя, практически. Да ладно! Вот это прикол! Как в том мимосике. Вот это прикол! Да ну... Приехал и остался жив. Это вообще, это как? Ребята, объясните мне, но это невозможно, не поддается никакому объяснению. Это просто жесть, честно. Честно, я восхищен, вот правда. Сейчас он затрифтил две тачки, даже не поцарапал тачку. Да ладно! Просто, ребят. Ах, вот это ах. Просто ах. Очень хочется сказать слово на три буквы, но нельзя, потому что челлендж таков. Ну это суперские, ребят, моменты. Да ну! Без комментариев.
Кто так может, ребят? С каждым трюхом новым все везучие и везучие люди попадаются. Неправильно сказал, конечно, но я думаю, вы поняли. Каждый трюк намного сложнее, чем предыдущий. Вот как? Этим ребятам очень сильно повезло. В жизни тоже иногда бывает везет. Знаете, даже палка раз стреляет в год. Записать. Все эти ребятники вы можете видеть справа, слева, сверху. Попробуй еще сделать трюк. Если будешь пытаться это все делать, повторить, то я даже не знаю, как вообще, с какого раза ты сможешь это выполнить. Они даже не знают, что они это сделают, но у них это получается. Когда не надо, получается. Когда надо, хоть 100 раз попробуй, ничего не получится. Захочешь запрыгнуть на байке вот на этот мост? Не получится. 100 раз будешь пробовать, не получится. Может, с 1000-го раза получится. Вот тут был на волоске. Да. Тут должно все пойти по накатанной. Нам повезло. О, уехал. Ёлки-палки. Хорошо сработано. А здесь что? Я не понял. А, это дерби? Или какой-то новый режим? Честно, ребят, давно не заходил в онлайн. Не, заходил, только вот о новых режимах я... Понятия не имею. Напишите в комментариях, что это за новый режим. Они постоянно добавляются? Новые. Ух ты. Как повезло этой девушке. Ну, это вроде продуманный эксперимент. А здесь что, я не понял. А. Просто врезался. А. Я видел, ракеты пролетели. Хорошо пролетел над цистернами. Prestige Clips. Да, ребят, ссылка на это видео на канал будет в описании. Повезло. Ребята угорают по полному. Не могу предположить, куда он приземлится. Да. Попробуй не сказать да ладно. Неожиданно. А это как вообще такое возможно? Не поддается никакому объяснению. Он остался жив. Супер. Да ну! Ну как? Просто случайность. А сейчас что? Приземлиться?
все спланировано, ребят. Все спланировано. Просто потрясающе. Это невероятно. Ох, надеюсь, сейчас можно сказать, вау, это было просто вау, 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 это просто нечто. Очень хотелось это все сказать. Ну, как-то так. Супер. Пишите, ребят, в комментариях, что похоже у вас было. Это был просто бомбезный, не скажи, вау, челлендж. Пишите в комментариях, какой момент вам больше всего понравился и на каком моменте вы сказали вау. А также ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Также подписывайтесь на мой канал и жмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск по данной рубрике. Ну, а с вами был, как всегда, я, Арали. Желаю вам, ребят, всем успехов. Никогда не болейте. Берегите обязательно себя и своих близких. Хорошего вам всем настроения и увидимся в новых видео. Пока.